Друзьям, подписчикам привет. Сегодня будет у нас монтаж теплицы, она же навес над бассейном, на павильон 4х6. Пока приехали, разгрузились, начинаем собирать. Каркас теплицы мы установили, выровняли, все закрепили. Одну стену наживили поликарбонат. Сейчас дособираем каркас, прогоны крутим. Параллельно будем зашивать вторую стену. Потом установка переливов и крыша. Закончили мы строить навес над бассейном. Построен он на базе теплицы павильон. Дверь купе видим с лицевой стороны. Размер, ширина 4, длина 6. Каркас сделан из профильной трубы 40 на 60 стойки, 20 на 40 арки, арки в виде фирм. Имеются у нас две стеновые форточки для проветривания. Форточка в торце и коньковая фрамуга на термоприводах. Вот половина пространства занимает здесь бассейн. Остальная половина под лаунж-зону будет. Поликарбонат 4 мм 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая, такой отличный навес. Навес-павильон у нас получился. А у меня на этом все. Задавайте вопросы. Ставьте пальцы вверх. Всем пока.